Для всех, кто обратится ко мне с покаянием, есть прощение грехов. Господи, ты хочешь спасти Израиль и сделать его своим царством? Отец положил времена и сроки, и не ваше дело знать это сейчас. Но вы примете великую силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте и прокаженных очищайте, бесов изгоняйте. И се, я с вами во все дни, до скончания века.